тепло встретили, я видел с хлебом, с солью, очень приятно. Я вижу, что уже тут американцы, болгары, уже многие вообще из многих стран приехали. Это Азербайджан, соперники хорошие, ну хорошо будут настроить. С нашего города вот три человека с училища Олимпийского резерва ООР, с Хасаюрта. И все они хорошие. Мы приехали туда бороться. Мам надеюсь, что будет очень мощный турнир. И же тешимся, что в первый раз мы здесь, в Якутске. Мам надеюсь, что будет все супер. Я привез трех людей, трех борцов. Один чемпион олимпийский из Москвы, Владислав Стецик, с нами приехал. Тоже как официал. Ну и увидим, как будет.